Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Если обстоятельства жизни не позволяют им немедленно отправиться в путь, будьте уверены, это временное явление. При первой же возможности они поднимут паруса и отправятся в приключения. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Числа благоволят этим людям. Удачных дней у них достаточно много. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Люди с буквой «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.